Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Андет, и сегодня я покажу вам, как скачивать машины для BrickLease. Ну, как в BMG Drive, только способ, ну, точнее, последовательность здесь другая. Сначала заходим в Net, нажимаем, ну, вбиваем в поиск «Скачать машины для BrickLease». Это типа, ну, леговская игра, ну, как сказать леговская. Она будто бы состоит из лего, вроде что-то, ну, она популярна была раньше, в 2016 году, сейчас нет. Это не официальный продукт компании лего, неофициальный. То есть вы понимаете, что все это сделал какой-то чувак, либо команда, хотя, может быть, я и путаю. Но я не думал, я не видел там, например, что лего написано официально, official. Так, ну, теперь мы заходим на любой сайт вообще, выбираем вообще абсолютно любую машину. Так, это есть у меня уже. Ну, я просто скачивал, пытался скачивать. Какой-то способ тут нашел один. Так, в общем, теперь нам нужно выбрать автомобиль. Сейчас я, пожалуй, выберу какой-нибудь такой. Ну, посмотрите, тут очень много таких машин. Еще есть на других сайтах другие машины есть, да. Даже не знаю, что выбрать. Ну, блин, нет, не хочу, это тоже не хочу. Тоже не хочу, не хочу, блин. Какую-нибудь такую. Ну, давайте. Сейчас, последняя страница, из этой выберем, да. Что-то меня вообще чуть ничего не привлекает. Давайте вот, короче, вот эту вот машину для примера выберем. Просто со... Блин, опять. В общем, так надо сделать. Блин, я забыл, на какой тачке я был. Да, на следующей точно был тачки. Все. Нет, вот, да. Короче, заходим. Что-то такая фигня происходит, не знаю. И нажимаем Download from Charles Mod. И скачиваем. Тут вообще машины весят не сколько там мегабайт, а они весят по гигабайтам. Гигабайтам. Это очень мало. То есть, например, в BMG Drive они там весят иногда по 100 гигабайт, о, мегабайт бывает, по 200 мегабайт. Ну, это связано с тем, что BrickLease более пиксельная, что ли, игра. Все, теперь мы открываем, закрываем оперу, точнее, вот так делаем. Открываем архив. Закрываем оперу. Ну, можно закрыть оперу, я не знаю. Так, и теперь мы должны... Так, иди нахрен. Иди к черту, все. Теперь мы видим, что у нас в RAR-архиве доступна вот такая вот хрень. Нам нужна конкретно папка, а не вот эта вот фигня. Раньше можно было вот эту папку открыть, вот эту вот фигню просто переименовать, и все. Теперь нам нужно переименовать папку. Ну, вообще, по-любому, можете хотя бы и эту оставить. Я, например, назову ее, ну, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь машина 22, к примеру. Не знаю почему, хотя можно было назвать машина 1, чтобы потом не путаться. Все, теперь мы должны вот эту папку сейчас перенести в одно место. Так, нажимаем Windows плюс R, Windows плюс R, и теперь app, вот у меня уже записано, процент, app, data, процент. Нажимаем, открываем, теперь нажимаем на app, data, теперь local, и ищем здесь BrickLease. Теперь нажимаем на save remastered. И создаем папку Vehicles. У меня уже доступно, потому что я создал. И переносим вот эту папку с на машина 22 вот сюда. Все, у меня вот тут еще машина есть. И вот тут автомобиль еще есть. Машина 22. Пускай будет так. Теперь закрываем RAR архив и закрываем Vehicles папку. Все, заходим в BrickLease. Это только на новой версии. Ой. Это доступно только на новой версии. То есть вот такая меня доступна только на новой версии. Кстати, сейчас я хочу посмотреть. Все записываем. Так, старт гейм. Давайте на City возьму. И теперь мы Sandbox, Zombie Survival, Battle. Ну давайте Sandbox, в принципе, все равно. Я же не играть собрался здесь, а играть. Показывать вам точнее. Так, мы находимся сейчас около гаража. Теперь мы можем либо вот у этого гаража заспавнить Village. Видите, Local. Открывается папка Local и машина. Но мы не можем заспавнить ее здесь, потому что... Она неофициальная, что ли. И теперь заходим просто в эдитор. То есть, смотрите, еще раз. Ой. Короче, заходим в гараж. Потом заходим, выбираем машину, выбираем ее в эдиторе и нажимаем на выйти с машиной. Вот, как видите, все работает. Ой.
Чтобы установить, нажмите вот такую вот фигню. И у нас теперь доступный автомобиль новый. Тут, ой. Ну, в общем, машина неплохая, я считаю, хотя... Ну, бывало и получше, конечно. Так. То есть, да блин. Вот так вы можете заспавнить любой автомобиль. Кстати, вы можете заспавнить его не только у гаража. Я думал, только у гаража можно. Но можно еще и у самого себя заспавнить машину. То есть, нажимаем на О, английскую, и выбираем. Например, я выберу автомобиль, открываем в эдитере, выходим с машиной. Все, теперь у нас доступен вот этот автомобиль. Он, кстати, с английской раскладкой руля, то есть он с правой стороны, а не с левой, как мы привыкли. Ну вот, теперь у нас доступен автомобиль, можете так скачивать. Ну а всем я говорю спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А с вами был Александр Андет. Ну, здесь увидимся в следующем видео на просторе интернета. Всем покеда. Так, сейчас, вот, все, покеда.